Что нельзя говорить своей девушке? Твоя лучшая подруга такая красивая? Твоя сестра такая горячая? Меня всю жизнь сравнивали с моей сестрой. Я отнюдь не уродина, но моя сестра великолепна. Блондинка, ярко-зеленые глаза, потрясающая фигура, большая круглая попка. У меня большая грудь и маленькая попка. Она приехала ко мне в гости на рождение моего первого ребенка. Это был первый раз, когда семья моего бывшего мужа встретилась с ней. Конечно, они все говорили о ней, а мой бывший посмотрел на меня и спросил, почему у тебя нет такой задницы? Это надолго выбило меня из колеи. Однажды я проходил мимо своей девушки, которая залезла в морозильник в доме ее родителей. В комнате больше никого не было, у меня возникла идея легонько шлепнуть ее, но потом я решил отказаться. Оказалось, что это была ее мать. Никогда еще я не был так рад, что сохранил спокойствие и здравый смысл. Всегда проверяйте, по чьей заднице вы шлепаете. Большинство вещей, сказанных в пылу ссоры. Слова имеют значение, и они могут ранить человека гораздо глубже, чем любое физическое оружие. И если вы их произнесли, вы уже не сможете вернуть их назад. Поэтому следите за тем, что вы говорите во время спора. Когда вы действительно узнаете человека, вы точно знаете, каких кнопок следует избегать в пылу ссоры. Я знаю все неуверенности моей жены, и эти темы полностью исключены. Я никогда не использую эти темы против нее, а она никогда не использует мои против меня. Все, что заставляет их чувствовать себя неуверенно. Даже если вы расстались, никогда не говорите «я никогда тебя не любил». Они навсегда запомнят это. Это будет влиять на их будущие отношения, если они действительно любят их. Да, именно поэтому, когда все хорошо, вы четко говорите, что любите их, и любите так сильно, что даже если потом вы оба возненавидите друг друга, вы хотите, чтобы было совершенно ясно, как сильно вы любите их сейчас, и никогда не хотите причинить им боль. Тогда в идеале этот разговор никогда не понадобится, потому что вы достаточно зрелы, чтобы заботиться о них, даже расставаясь, чтобы хотеть, чтобы они были счастливы. Тебе скучно и не знаешь, что посмотреть? Заходи на Boosty. Там ты найдешь больше 40 видосов на темы, которые никогда не увидишь на YouTube. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и убедись в этом сам. Не давайте ей понять, что она готовит отвратительно. Одна девушка готовила мне французский луковый суп каждую вторую неделю, и это было ужасно. Он был студенистым, кисло-сладким и обычно подгоревшим. Она знала, что это мой любимый суп, и очень старалась приготовить его каждый раз. Я видел, как она волновалась на кухне. В наших отношениях я был поваром. Я всегда съедал всю порцию и говорил ей, что все было идеально, потому что не хотел ее расстраивать. Кроме того, мне нравилось видеть удовлетворение, которое она получала от того, что готовила мне еду, и это стоило лжи. Если бы я подала близкому человеку еду, а она была ужасной, я бы точно не хотела, чтобы он сказал мне, что она идеальна. Было бы так неловко, если бы я думала, что мой суп прекрасен, а потом попыталась подать его другим людям. Очевидно, я бы также не хотела, чтобы мои близкие просто прямо сказали, что это отвратительно. Но, возможно, вкус немного не тот, и предложение попробовать приготовить его вместе в следующий раз. Все дело в формулировках и правильной работе над тем, чтобы помочь им улучшиться. Вы можете предложить свою помощь, особенно если вы главный повар. Если она знает об этом и прислушивается к этому, она может прислушиваться к мелочам. Также есть способ быть резким в отношении чьей-то готовки и в то же время выражать свою любовь и признательность. Все люди разные, и их реакция может быть разной. Все не так однозначно, как в некоторых сообщениях здесь. Хуже лгать кому-то, даже если это касается только его готовки. Но вы также не хотите быть грубым, говоря что-то вроде «это ужасно, готовь лучше». Это не выход. Вы должны сами оценить человека и понять, как правильно поступить. Никогда не говорите женщине, чтобы она успокоилась или расслабилась. Когда я учился в колледже, я однажды сказал своей девушке, что она сошла с ума, ей нужно успокоиться. И в тот день я понял две вещи. Во-первых, никогда не говори так женщинам. И во-вторых, возможно, именно моя плохая коммуникация и покровительственные отношения заставили ее вести себя так с самого начала. Я думаю, что многие парни прозревают в середине или конце 20-х годов, когда они говорят «Оу, я был мудаком». На самом деле ты была не права. Если вы видите, как она начинает отношения с кем-то, и вы на 100% знаете, что она спровоцировала это, вам следует приготовиться к неприятностям, если вы решите противостоять ей. Не уверен насчет этого. Я полагаюсь на тех, кто ближе всего ко мне в плане ответственности. Если я ошибаюсь, я на 100% хочу, чтобы мой партнер, по крайней мере, затронул эту тему, задав вопрос о моих мотивах, а затем показал мне другую сторону медали. Именно так мы учимся и растем как люди. Я не собираюсь держать твою сумочку, пока ты тратишь мои деньги. Когда ты будешь зарабатывать столько же, сколько я буду убирать здесь столько же, сколько и ты. Я не пытаюсь забыть о твоем дне рождения. Это не джинсы, которые делают твою задницу толстой. Я не то, что ненавижу ходить по магазинам. Я просто ненавижу, когда приходят счета по кредитной карте. Если вы еще не догадались, я больше не женат, и это все реальные вещи, которые я говорил своей жене на протяжении многих лет. Неудивительно.
Мы были женаты 20 лет и вырастили троих замечательных детей в грамотных взрослых людей, прежде чем она решила перейти на уровень мужа 3.0. Это те перлы, о которых я, честно говоря, пожалел, что сказал, и за которые заплатил много раз. Особенно номер 2. После того, как я произнес эту горделивую фразу, я потерял работу. Она вернулась на работу, а я остался дома, работая неполный рабочий день на линии и ухаживая за нашим 2-летним сыном. Это дало мне возможность оценить все, что она делала, что я принимал как должное. И мы с сыном очень близки, чего я никогда не ожидал. Я считаю эти безработные месяцы самыми дорогими и ценными в моей жизни. Когда мне было 17, я поехал с отцом на север по работе. Нас не было всего один день. Моя тогдашняя девушка написала на моей стене, что будет скучать по мне. А я ответил, почему? У меня не будет всего один день. Но почему я не мог просто сказать, я тоже буду скучать по тебе, детка? Нет, я был идиотом. Побочное применение. Я также бросил ее за 2 дня до бала и все равно взял ее. Потом я удивлялся, почему она плачет. Блин, я был чертовым идиотом. Когда я познакомился со своей женой, она жила со своей сестрой. Вскоре после того, как мы сошлись, ее сестра была в нашей спальне и наклонилась, чтобы поднять что-то с пола. На ней была длинная футболка, пижама. Так получилось, что угол зеркала показал ее голую задницу. Я невольно издал звук всасывания воздуха сквозь зубы. Черт, какой горячий звук, я даже не произнес ни слова. Моя женщина посмотрела на меня с кинжалом. Мой бывший сказал, что мой вкус отличается от вкуса его предыдущей бывшей и единственного партнера по кексу, и что это странно. Он объяснил, что это странно, что у женщин разные вкусы, но это действительно разрушило мою самооценку. Я больше не позволяю парням опускать меня. Не сравнивайте ее с бывшей, даже если речь идет о том, что она лучше в X или Y или лучше выглядит. Вы можете расценить это как комплимент, а она нет. Она воспримет это как соревнование, правила которого ей неизвестны, поскольку она не знает вашу бывшую. Это не значит, что вы должны рассказывать ей все о своей бывшей. Просто никогда не упоминайте о бывшей, играйте осторожно. Не комментируйте ее, когда она спрашивает, как она выглядит, обходите это стороной. Новый наряд? Хорошо ли я выгляжу? Не говори, что ты выглядишь хорошо, плохо, скажи, тебе не идет или тебе идет. Не комментируйте других девушек как кексуальных, уродливых, симпатичных, когда находитесь рядом с ними. Если только это не ваша игра. Я знаю несколько пар, которые любят подшучивать, комплиментировать проходящих мимо незнакомцев. Избегайте этого, и все будет хорошо. Помню, когда я был молодым человеком, у нас с ней был разговор о том, хочет ли она детей. Я долго разглагольствовал о том, что хочу иметь только собственных детей, и что усыновление – это все равно, что покупка подержанной машины. Оказалось, что она была удочерена. Мне это и в голову не приходило. Эти отношения продлились недолго. Я до сих пор также отношусь к поддельным детям. Поддельные дети, прикольно. А на этом все, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 10 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Boosty, там вы найдете дополнительный контент без цензуры. Обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и оформляйте подписку. Большое спасибо за просмотр, всем пока!